Крупнейший международный форум «Prodexpo-2023» продолжает работу в Москве. Среди участников уже в пятый раз югостинские производители, которым есть что предложить. Свою продукцию выставляет винодельня «Ерунсан» и «Живая вода» из высокогорного источника «Едес». Юбилейную 30-ю выставку высококачественной продукции пополнил Ленингорский пивоваренный завод «Высокогорная кельтская пивоварня». Новый экспортер впервые выставил свою линейку – 3 сорта пива. Пятый раз Южная Осетия принимает участие. И хотелось бы отметить, что сегодня, помимо национальной экспозиции, где мы с вами присутствуем, югостинское присутствие увеличивается. У нас и в центральном павильоне новый производитель из Южной Осетии. Это высокогорная кельтская пивоварня, которая впервые участвует на Prodexpo. И таким образом количество экспортеров из Южной Осетии с каждым годом все больше и больше. И интерес к выставке их подталкивает к производству и участию в Prodexpo. Участников форума поприветствовал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он отметил, что за годы работы выставка Prodexpo зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных и авторитетных деловых площадок в секторе пищевой промышленности. Она не только демонстрирует передовые достижения отрасли, но и дает возможность участникам рынка обсудить важнейшие вопросы развития индустрии, ее тренды и перспективы, отметил Патрушев. На площадке заключаются договоры, устанавливаются контакты, что очень важно для товаропроизводителей. Кроме того, форум позволяет ознакомить предпринимателей с инвестиционными возможностями в Южной Осетии. Южная Осетия – это молодое государство, которое долго отстаивало свою независимость, и наконец-то мы стали независимым государством. И мы сегодня развиваем бренд в целом Южной Осетии. И для нас Prodexpo стала самой основной площадкой, где мы это делаем и делаем это успешно. Сегодня Южную Осетию уже знают во всех уголках Российской Федерации. И в большей степени мы продвигаем не конкретно частные бизнес-интересы, а в целом про Южную Осетию, про ее уникальные природно-климатические условия и в целом про ее возможности и ее участие в большом разделении труда и вовлечении, интеграцию в российскую экономику. Prodexpo является авторитетным ежегодным событием, которое входит в десятку мировых выставочных проектов в индустрии продовольственной тематики. Здесь представлено все – от базовых продуктов до изысканных деликатесов. И собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков более чем из 30 стран. К выставке многие производители приурачивают запуск новых продуктов, торговых марок и брендов. Ежегодно Prodexpo презентует до 14% новинок. В этом году в форуме более 200 участников из 35 стран. Агунда Губозова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.